Дедентон, друзья. С вами Схема Фрейдж. Это 16-й выпуск эпичных моментов Battlefield. И традиционно начинаем с победителей прошлого топа. Black Gaming и The Shadow HQ. Два самолета в их власти, и они делают ловушку для третьего вражеского самолета. Но делают это из-под выпадверта. Вот он перевернулся, сзади его друг летит. Выпрыгивает из него и садится в дружеский самолет. Затем опять выпрыгивает и запрыгивает на верхний самолет. Ну а дальше исполняет это! Охуеть! Ставим лайк победителю. И напоминаем, что победителей наших топов выбираете вы. Ссылку на голосование найдете в описании. Кандидат номер один, Дан Белли. И вот он ищет цель на другом конце карты, уничтожает ее и слышит приближающуюся опасность. Разворачивается и... Хедшот пилоту самолета! Мгновенная реакция. Кандидат номер один, Дан Белли. Кандидат номер два, Рэпомен. Летит на своем ударном самолете, находит цель в виде вертолета и расстреливает ее не обычным классическим способом, а с помощью бомбы. Красиво, но такое мы уже видели. Однако не спешите делать скоропостижные выводы, потому что сейчас вы увидите то, что еще, собственно, мы не видели. Подряд, дважды, то же самое. Красавчик Рэпомен. Кандидат номер два. Кандидат номер три, Петраковский, и его уникальнейший трюк под названием «Выпад кобры». Заложив взрывчатку С4 на свой квадроцикл, они с другом садятся на него и отправляются за этот поворот, чтобы совершить мгновенный выпад дракона. И они делают двойную смерть на дороге пушечным выстрелом из квадроцикла. Петраковский, кандидат номер три. Кандидат номер 4, Владислав, и мы предлагаем насладиться вам этим моментом без наших комментариев. Потому что вместо нас их озвучат быдло Рейдж и гопник Схемов. Эй, пацанчик, дай винтовочку погонять, а? Эй, парниша, с какого района? Эй, чувырла, мобила есть, дай позвонить. Мужик, где ключи от танка? Эй, дружбан, не с тобой ли мы на малолетке сидели, а? Лёва, очки, дай погоняю. Кому паришь, сука? Моргал и выколью! Стоять, не двигаться! Руки за голову! Кандидат номер 5. Outlawer. Уникальным рандезуком Battlefield 4 нет конца, и это одна из них. Встречайте, рандезука на капсуле спасения. Но в этот раз это была капсула смерти. Уникальный Outlawer. И закусим бонусами из Battlefield 1. Battle Vitalik стартует. Врывается на точку, сразу сносит одного, запрыгивает дальше, сносит троих. Автор второго бонусного момента – астронавт. И если вы думаете, что в этом моменте он просто взорвет бронепоезд, вы ошибаетесь, потому что нас ждет более интересный момент. Хедшот пилоту самолета. Просто представьте, что случается с хедшотом, в смысле с головой того человека, которого сделали хедшот, когда туда попадает противотанковый снаряд. И третьим бонусом у нас идет бомбино-снайпер. Как обычно, небеса ему не дают покоя, и он ищет жертв именно там. Находит самолет, стреляет и, естественно, хедшот с 500 метров. Напоминаем, что кроме BF3 и BF4 в нашем топе теперь участвует и Battlefield 1. И если у вас есть классные моменты из этих трех игр, не стесняйтесь, обязательно присылайте их нам. Ссылку куда и как найдете в описании. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк и рассказывайте друзьям. Всем душевного фана и безумного эпика. Всем пока. Заложив... Заложив, сука! Заложив свистчатку, блядь, да, свистчатку нахуй.
Ha 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 ha.